Другим темам. В Ангарске начала работу горячая линия по ямам на дорогах. В администрации округа уже начали принимать звонки от местных жителей. Так, ангарчане могут сообщить об аварийном участке на муниципальной проезжей части. Полученные заявки передадут в дорожные службы. Там их обработают в течение 10 дней. Традиционная горячая линия «Яма на дорогах» в Ангарском городском округе работает уже 6-й год. Сообщить о ямах на дорогах можно по телефону 50 40 20. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9 до 6 часов, в пятницу с 9 до 5 часов. В этом году ремонт проведут на 6 участках округа. В администрации сообщают, обращения граждан позволяют оперативно устранять проблемы.